Всем привет, дорогие друзья, с вами Стекос. И в сегодняшнем видеоролике мы получим подарки Олимпийский Мишка. Но прежде всего хочу вас предупредить, то, что это получится и с компьютера, и с телефона. И как всегда, ссылочки в описании и в комментариях. После того, как вы перешли во ВКонтакт, вам нужно ввести в адресовой строке или просто где-то перейти по ссылке vk.com/nimblegg. Вот он, собственно, у вас внизу сейчас на экранах. Если вы с компьютера, то вам придется вверху поменять ссылочку, а именно добавить к vk.com просто буковку M и поставить точку. Если вы с мобильного устройства, никаких подобных проблем у вас не будет. Ну а далее, после того, как вы перешли в приложение, само собой нужно нажать кнопочку «Играть». Присоединяемся к беседе и начинаем игру. И мы играем до тех пор, пока у нас не появятся вопросы с тематикой Олимпиада. Данная тематика появляется где-то через примерно 2-3 раунда. Вот так было в моем случае. Я думаю, у вас будет то же самое. Ну и плюс ко всему этому обязательное условие – то, что нужно правильно ответить хотя бы на один вопрос с тематикой Олимпиады. И только тогда вам придет подарок. Подарки можно получать неограниченно, собственно, как и вопросов. Ну вот пока вам не надоест, само собой, и вы будете получать подарки. Думаю, вам понятно. И вот пока я в процессе отвечал, вы можете наблюдать ответы на некоторые вопросы. Ну вот, кстати, вопросы я оставлю как раз таки в комментариях. То есть, если какие-то там могут тоже у вас быть подобные, как и у меня. У меня, кстати, попадались несколько раз одинаковые. Поэтому флаг вам в руки. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всего самого лучшего, всем удачи и всем пока.